Итак, приветствую всех на канале. И это очень интересный поединок, финал. Спартак Залоев доказал всем, что он очень силен. Сашу Андреева развалил, но это действительно серьезно. Прудник не мог. Ну, как писали в комментариях, то да, сейчас Прудник совершенно другой. Но это было интересно посмотреть. Если не видели, посмотрите. И вот этот турок очень интересный. Он самый интересный как персонаж. Да, он крепкий, без проблем. На чемпионате Европы дойти до финала. Это неплохо. Но как он сейчас войдет, как он победит категорию чемпионата мира самого Залоева. Это, конечно, дорого стоит посмотреть и обсудить. Это нужно. И почему вот я именно застрял именно на этом видео? Внимание, вы просто следите за турком. Я его просто помню с 2013 или 2014 года, когда он еще был очень мелкий. Ему, наверное, сейчас 20-21 год. Ну, короче, он довольно молодой. Вот. Но он очень интересно к мелочам подходит. Возможно, это хитрость такая его. Но реально в финале победить Залоева... Ну, понятно, что у меня канал по фалам, это не победа у меня самое главное. Поэтому как бы мне нравится WIL, но хотелось бы какие-то внести, чтобы у нас тоже в АФ были какие-то такие ограничения. Потому что посмотрите, сколько народа было, просто проигрывало по фалам, и это очень обидно. И давайте вернемся все-таки к поединку. Я его всего запишу. Посмотрим и обсудим. И сам судит. Отдали победу. Второй фол получает Спартак Залоев. Ну, может, Залоев сам виноват. Возможно, и нет. Давайте посмотрим. Да, локоть слетел. Указал. Молодец. Так, хорошо, сейчас... Турок стоит уже с левой стороны, у каждого по одному поражению. Опять у Залоева фол. Залоев просто офигевает, думает. Вот он, смотрите, он вроде бы на него смотрит, что он такой вроде бы нормальный, но он чувствует, внутри кипит. Турк уже кричит: фу, фу. Этот психует, да, я такой, молодец. Ну, пронатор его хороший, у турка, не поспорить. Тут все дергает, дергает. Шолдер, плечо кричат турку. Оп, опять. Пипец, победа по фалам. Тупо. Тупо судью отбросил даже. Иди сюда, дайте мне выход. Спасибо, я тебя победил. Я тебя победил, да, да. Смотрите. Фу, кричат, слышно было, да? Давайте посмотрим, был? Да, но не видно. Неужели фол реально был? Смотрите, Залоев. Просто расстроился, просто ушел. Ах, зацепился за подушку. Это интересно. Хорошо, смотрим. Была подана апелляция. Сейчас посмотрим. Итак, была подана апелляция с Спартаком Залоевым, чтобы все-таки перебороться. Не хочется давать победу вот чисто по фалам, и она была принята. Самое важное, что можно вот это сделать. Потому что реально, посмотрите, два поединка, два по фалам. Ну, это реально не победа, правильно? Ладно, не буду вас спойлерить, смотрим. Не сказать, что он слабый, довольно-таки крепкий. Стрич-матч. Все время смотрит. Очень эмоционально видно. И смотрит в аудиторию. Ну, что-то там кричат. Фол, фол. Опять кричит фол. Блин. Я вот сколько его помню, вот даже другие. Он везде вот так реагирует. Везде всегда судит. Я не предвзят к нему, но это, ну, как бы, знаете, вот вспоминается
поединок воеводы с Тимом Брестом. Смотрит все. Боже. Как воевода все время кричал. 15-й год, чемпионат Европы. Справа Смирнов Артем, мой брат. И тоже, короче, он борется с ним. Но постоянно жалуется, если показывает кисть провалена, типа забрал кисть на себя. То есть его провалена просто кисть. Вот, еще маленький, видите, как... Ну, конечно, он беспокоится. А, что случилось? Пальчик сломался, не? Что с пальцем? Что-то с завязочкой совершенно не то, да? Завязка совершенно не то. И он это понимает. Смотрите, Залоев. Насколько Залоев? Просто, знаете, такой, я не знаю. Насколько его нужно терпение это все. Ходит такой. Пальчик смотрим, демонстрация пальца. А, так, не трогайте пальчик. Вот тут, смотрите, аккуратно. В пальце, даже если какая-то боль, ну, она терпима. Тем более, если выбит бы, он вообще бы им не шевелил бы. Но смотрите, Злой взял, и он понимает, ну, блин, ну тут не рыпнешься вообще никуда. Злоев очень жестко, тем более в связке. Фол, не установка, как будто не слышит. Ну, я не знаю, может, правда, палец, но... Ну, связки, окей. Три пальца работают, указательные. Ладно, если б мизинец. Мизинец он более, как бы, держит верхний палец. Ну, так, для стабилизации. Оп, вправил, нормально. Такое чувство, что дайте волю Залоеву, он бы разнес бы здесь. Но он понимает, что нужно сдерживать себя, нужно как бы не позориться. Так, хорошо, установка. Ага, кисть проваливается, отдает. Залоев. Все, победа. Да, да. Хорошо, Залоев, что-то подошел, этот вошел, типа. Это реально уходит, как будто, смотрите, рука сломана. Смотрит Тима вокруг. Боже. Напишите, пожалуйста, кто знает, что там медик, и может кто там был. Расскажите, что на самом деле. Хорошо, в комментариях ждем.